Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вот хочу вам показать, что у нас появились еще новые жители. Кто сказал, что голуби растут только, живут только в городе? Нет. Пожалуйста. Видите? Я так думаю, что это голуби мира. К нам даже голуби мира прилетели. И вот сидят, ждут на низком старте. Да. Сегодня первое число. Я поздравляю всех детей. И всем детям желаю мира. Чтобы ничто их не огорчало, чтобы у каждого ребенка была своя семья, любящая семья. И все мечты деток исполнялись. Здоровья вам, дорогие мои. Ну что, пройдем по саду. Черешня у меня тут начинает уже завязалась. И надо сегодня последний раз мы будем ее брызгать от тли и всяких вредителей. Что-то где-то тут завязалось. Ну вот видите, пока еще сложно сказать, пока все зелененькое, но завязалось хорошо. Так, груши все завязались. Все, уже все отцвело. Так. Ну, как я вам и говорила, через 2 недели, вот они как раз 2 недели прошли, и появилась жимолость. Вот ее прям вот нереально много. Вот такая вот, видите? Нет, я думала, она кислее. Нет, она нормальненькая, можно даже есть. Ну, кто-то компоты варит. У меня таких сильных любителей нету, поэтому, ну, можем так нарвать, поесть. И на этом все. Компоты я, варенье с нее, конечно, не делаю. Я понимаю, что она очень полезная. Так, вот это у нас груша летняя, которая самая первая. Ну что, прекрасно, тоже все завязалось. Значит, будут ранние груши. Да, что-то есть. Так. Вот эта груша, я не знаю, была молоденькая. Я такую... Мы ни разу не пробовали, что у нее будет. Ну, хотя тоже все, как всегда, у нас пучками. Не знаю, это только у нас или так везде. Груши так себя ведут, растут. Видите, жимолости сколько. Уже все, уже прям полным ходом ягоды, которые можно собирать и есть. Что дальше у нас еще? Так, сейчас посмотрим, что с голубикой. Ой! Ну что, все прекрасно. Все прекрасненько. Колокольчики вот тут еще тоже появились. Да, голубик. Пчелки прилетели, молодцы. Голубика, видимо, будет. Видите? Видите, какие красивые колокольчики. Так, ну что? Ну что? А это уже слива. Тоже завязалась. Сливы тоже в этом году много завязалось. Ну, прекрасно. Значит, будет сливовый компот. Итак, наедимся и будем делать сливовый компот. Вот такие вот, вот видите? О. То, может быть, просто плохо видно. Вот они, зелененькие. Их много завязалось. Так. Это прям... Это голубика, которая тоже уже видно, что завязалась. Пока маленькие, но уже видно. Вот они. Так. Что еще у нас новенького?
Я раньше у меня было очень много клубники. А потом как-то со временем все меньше и меньше я ее стала сажать. И теперь вообще просто решила вот так вот вдоль дорожки посадить. Все равно растет, даже зацветает и даже какие-то ягоды обещает дать. Да, отлично. Так, здесь горошек все хорошо себя ведет. Прекрасно. Здесь у нас редиска, салатик, укропчик. И все-таки петрушка у меня взошла. Вот она. Вот тут. А я думала, что у меня рука тяжелая. Все взошло. Так. Что у нас еще? Кузя только что со мной ходил. Куда делся? Зайчик мой. Калины, видимо, в этом году будет много. Прям вообще буйство. Цветение. Так. Ну что? Так, еще у меня сейчас калину покажу, какую пересаживали. А еще вот здесь, пока здесь стою, клематис шикарно пошел. Скоро зацветет. У него такие красивые цветы. Огромные. Вот. Виноград мы открыли, и он у нас начинает набирать обороты. Тоже отлично. Вот этот только нужно убрать, потому что вот это дикий от соседа. Надо убрать, а то у меня тут клематис весь. У меня тут разные цветы, разного вида и цвета цветочки клематиса, а то у меня тут погибнет все. Так, а здесь я даже сажала землянику у меня. Ну, в общем, такое. Как лес. Так, возвращаемся к калине. Калинка-малинка. Ну, ничего, прижилась. Прижилась. Нормальненько. Ну, такой немножко страшноватый кустик, но ничего. Тяжеловато ему. Ну, главное, выжил. Перезимовал. Отлично, все выжило. Так. Ой, что у нас еще? Вот такие красивые. У меня. По-моему, это ирисы. Смотрите, какая красота. Правда? Необыкновенная. Пионы скоро будут. Вот это у меня красивые тоже белые будут. Вот пока только. Наконец-то. Зацвел вот такой красивый пион. Но это пионовое дерево, поэтому оно совсем не пахнет, без запаха. Кузя кому-то там права качает. А с соседями, видимо, общается. Угу. Так, айва здесь цветет прям вообще полным ходом. И в то же время уже, видите, уже есть, даже уже есть завязавшиеся плоды. Не переставая, прям вообще не переставая. Видите, здесь вроде уже завязалось, а тут еще цветет полным ходом. Ну, красота же, правда? Вот. Что у нас еще новенького? Яблочки вообще-то вроде завязались. Я сегодня рассматривала. Так, здесь я не очень вижу. Они пока, наверное, мелкие, не очень видно. Вот эта яблоня вообще шикарная. И вот она прям хорошо завязалась. И это прям радует. Здесь яблоки крупные, осенние. Прям вот красота. Видите? Где-то еще маленькие совсем, а где-то завязались. Не все холодом побило. Морозом не все убило у нас. Вот еще есть у меня вот такой
Я его называю «Аленький цветочек» в нашем саду. Видите, какая красота, правда? На одной, на прутике прям таком вот. И такой целый букет красоты. Да. Понятно, теперь почему Кузи нету. Кузя работает полным ходом. Не все ж спать. Так, здесь у нас тоже красота. Красота и тра-та-та. Так, слива завязалась тоже здесь. Слива завязалась. По-моему, прекрасно. Это желтая слива. Тоже вот с нее компот вообще шикарный. Буду делать. А что делать? Надо делать. Так, вот это тоже слива прекрасно завязалась. Вижу уже ягодки. Их пока не очень хорошо видно. Ну, если приглядеться, все есть. Кузь, да там все хорошо, Кузя. Вот такой кустик мы решили сюда посадить. Нашли в тени у себя. И, по-моему, он хорошо сюда замечательно вписался. Это, по-моему, даже жасмин. Вот. Что еще? Вот черешня у нас тут шикарно завязалась. Ну, на мой взгляд, я не знаю, может, у кого-то там ей пучками еще круче. Ну, у нас в нашей полосе, по-моему, это замечательно. Так. Кузя, иди сюда, сынок. Ты где там носишься, а? Кузенька. Иди сюда, я уже оттуда ушла. Там уже меня не надо охранять. Кузя. Кузь, ты где? С голубями, что ли, общается? Не пойму. Пограничник мой. Нет, с соседями. Так, ну а здесь у нас все прекрасно. Ну вот, есть у меня задумка, наверное, я сюда еще пионов насажаю, потому что вот этот вот кусок прям совсем пустой, и как-то сюда просится что-нибудь посадить. Наверное, мы сюда пионов посадим. Вот оно, счастье бежит. Ага, здрасте. Да, поздороваться хоть прибежал. Молодец. Пойдем дальше, там зайдем. Не-не-не, пойдем дальше. Пойдем. Давай, вперед, шагай. Шагай, молодец. Давай. Вот. Сирень белая еще продолжает цвести. Я тут и говорила в предыдущем видео, почему-то я решила черешни назвать. Ну. Так, что еще? А это красота уже фактически отцветает. Но все равно запах стоит просто, просто нереальный. Вот смородинка у нас тут, ребята, пошла уже. Видите? Видите, какая красота? Ой. Так. Ой, что еще? Что еще? Здесь завязался абрикосик. Но не очень дружно, как в том году, мне так кажется, не знаю. Может, я просто плохо вижу. Зеленое с листочками очень сильно сливается. Но ничего, когда пожелтеет, увидим. Так. Ой, какой запах от сирени. Извините. Голос пропал. Так. Ну что? Ну вот у нас такая красота. Вот такая у нас красота. Кузя опять куда-то убежал. Так, ну а эта груша, она, как всегда, мы уже убрали несколько веток, потому что ходить просто невозможно было.
А она просто, то ли сорт у нее такой, я не пойму, она прям пучками все время растет. Вы представляете, вот это все, это как всегда, вы видите, все прям уже завязалось, и груш здесь будет много. Это груша для еды, вкусная груша. Вот это груша для еды. Вот это тоже груша для еды, но ее тоже нереальное количество, как всегда. О, пожалуйста. Кузе сегодня некогда. Работает полным ходом. Носится. Охраняет. А что делать? Есть такая работа. Родину охранять. Да? Вот еще груша. Ну, пока сложно сказать. Все равно что-то какие-то цветоносы. А вот я вам что хотела показать. Вы представляете? Уже завязалась груша, а на ней еще цветочек. Представляете? Это я тут ходила и просто восторгалась. Какая красота, боже мой. Чего так природа не придумает? Вроде казалось бы, ты уже отцвел, уже зависть есть. А цветочек не... лепесточки не опадают. Так. Куда ты убежал опять? Мой мальчик. Так, здесь рододендроны. Ближе к осени будем вот эту вот клумбу немного переделывать. Ну ничего. Сейчас пока все. Пока все здесь так останется. Ладно, пока трогать ничего не будем. Ну, что, дорогие мои, вроде как все я вам показала. Вон здесь скоро бордовые пионы, наверное, самые первые распустятся. Да. Пойду Кузю искать. Ага, мне очень интересно, что у меня здесь происходит. А у меня здесь все замечательно происходит. А это, ребят, киви. Вот видите, как он... Сейчас я вам попытаюсь найти. Видите? Вот у нас киви. Тут уже зацветает. Цветочков очень много. Маленький еще пока нету. А вот здесь прям вот красота. Вот здесь тоже много. Видите? У меня здесь разных, я даже не помню, штук 5, наверное, разных сортов. И вот такой еще сорт есть, видите? Как будто краской кто-то листочки покрасил. Это не болезнь, это такой сорт. Красивый. Да. И тоже зацветает. И тоже много цветочков. Ой, как много. Ну ладно. Будем ждать плодов. Так. Надеюсь, что сейчас найду Кузю. Где моя Кузя? Со мной не ходит. Бегает что-то. Один охраняет. Виноград себя прекрасно чувствует, за который я очень сильно переживала. И вот они, вот здесь будут грозди винограда. Вот. А жил все хорошо. Все прижилось. А, ну вот он. Конечно, он обижал. Он все... Всем соседям все сказал. Ой. Лежит, ждет меня около кухни. Готов идти завтракать и спать. Мам, где тебя носит? Уже жду. Уже давно заждался. Да. Ну все, дорогие мои. Всем хорошего настроения. Еще раз с праздником. Всем мира, добра и любви. А пока. Пока.